Следующим способом для проработки проблематики проекта является формирование матрицы проблем совместно со стейкхолдерами. Для этого описываются 4 квадранта. Первые два посвящены текущей ситуации, следующие два, третий, четвертый, будущей ситуации. В рамках квадранта 1 и 2 рассматриваются такие вопросы, как какие проблемы существуют на текущий момент и какие преимущества они дают. В рамках квадрантов 3 и 4 рассматривается будущая ситуация, а именно, с какими трудностями мы столкнемся, если попытаемся разрешить текущую ситуацию, и какие преимущества нам даст попытка разрешить текущую ситуацию.